Всем большой привет! Так, меня многие спрашивают, ну что там? Что там у тебя? Ну как? Ну ты же там посадила, интересно, свои новинки. Ну давай, что там, рассказывай. Ребята, мало времени прошло, чтобы что там рассказывать. Реально. Но, вот видно, показываю. Вот тут вот пыпочка отодвинула засохшую чешуечку. И собрался расти новый ростик. Я на него возлагаю свет, приди, большие надежды. С этой стороны пыпочка есть, но она не растет. Вот она, эта пыпочка. Вот вы ее увидели, она такая, она пушная, классная. Ну а вообще самая большая новость — это вот корешок от старой бульбы пошел прямо в блок, который я подложила. И, кстати, вот, да, мхом еще вот так вот обложила. А то он прям, ну, очень жарко, капец. И реально слишком быстро просыхает. Для меня прям капец как быстро. А так мох позволяет верхнему слою субстрата дольше оставаться влажным. И получается, он просыхает более равномерно, практически одновременно с нижним. Плюс блок более влажный тогда еще. Вот, ну, в общем, вот этот корешок. Я его сегодня на поливе, как увидела, аж визжала и плясала. И это бомба, как классно. И вот так вот. Немножко подхудели, конечно, да, но чего и следовало ожидать. Так что на вопрос, ну чё у тебя там? Вот что у меня здесь. Так, а вот здесь я поливала, это вторая красавишна. Тоже так же доложила мох. И там... Честно говоря, я сейчас вот всматриваюсь мимо камеры, поэтому не сильно вижу, что снимаю. Я особо движняка не заметила. Оно, конечно же, все подсдулось, что и следовало ожидать. Но корни там живые, кстати. Все-таки. Видите, там темные внизу бульбы. Как бы так бы. Просто одной рукой держу, другой снимаю. Вот это вот темное в таком ребрышке у бульбы. Куда тебя поставить, чтобы показать. Вон там. Это не что-то страшное, не темнота. Это новый ростик начал набухать. Я вот только что увидела, что он действительно начал набухать. Он загорел. Я заметила, что он загорел, но я сильно не всмотрелась. Вот сейчас вот всматриваюсь, и он реально увеличился в размерах. Он начал расти. Так что тут новый рост. Это очень круто. Вот такие у нас дела. У них дела, у меня дела. Я довольна темпами, всем довольна. Они у меня стоят чуть-чуть притененные, но прям вот в солнышко, максимум света. Рядом вот уже, раз тема зашла, соседка. Так, тыщ, на просвет не очень видно. Вот, видите, там внутри бутоны. И это голубой гибрид Анцепс, который Ригли. Ригли, полное название я никогда не помню. Ригли Blue Heaven. Я помню Ригли, потому что знаете, были жвачки. Double Mint, Ригли и Spearmint, что ли. В общем, я больше всего всегда любила Ригли. И я вот теперь у меня есть котлет с этим названием. И... Ой, все время вспоминаю эту жвачку, этот вкус такой из детства. И, кстати, кроме вот этого чехла, это вот, извините, это я только полила с удобряшками, так как раз буду сливать лишнее. Решила заснять. Корни просто вау, они прут, они молодцы. И два новых ростика. Я не знаю, подтянет ли она два и будет ли расти два. Но две почки напухли, они уже отошли от основания и реально очень-очень подросли. И это очень круто. Вот так вот. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Ой, собака, прости, я чуть тебя не убилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.